Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня я решил снять видео замена нижнего ролика на принтере Epson L800. Вот такой ролик нижний. Вот, вот такой ролик. Его нужно заменять. Вот она должна крутиться в одном направлении, сюда, а обратно она не должна крутиться. Здесь у меня причина какая? При печати она берет стопками листочки. Вот когда я печатаю, видите, один лист он напечатал, дальше сколько листов просто так выбросил. Вот видите, вот. Вот этот напечатал, листочки выбросил, ну с ними стопками взял, сверху вот это распечатал. Дальше. Ну вот, это распечатал. Отсюда до этой страницы всю эту стопку одним разом взял. Мне кажется, что это причина его является вот этот ролик. Верхний ролик вроде хороший. Если нужно будет заменять верхний ролик, там причина другая идет. Вот ролик захвата бумаги, это верхний, а это нижний. Вот верхний ролик, если он слабо цепляется, если испортился, то он листы берет, выбрасывает и останавливается. Или как не цепляет, лист вообще не берет. Такие моменты бывают. Круг делает, лист не берет. Круг делает, лист не берет. Вот такие моменты. Дальше, что мы делаем? Для замены ролика нам нужно его разобрать. Его, чтобы разобрать, надо вот это снять. Аккуратно вот так нажимаем с этой стороны сбоку, снимаем. Убираем. Дальше. Здесь имеются винтики. Вот здесь один винтик. Надо открутить. Дальше здесь один винт надо открутить. Вот здесь один надо открутить. И сзади еще. Здесь сзади еще. Сейчас открутим и разберем его. Это снимаем. Все вот. Аккуратно поднимаем. И крышку убираем. Дальше нам нужно это открутить. Здесь он стоит. На пластмассовых щеколдах с этой стороны аккуратно, чтобы не сломать. Вот пластмассу сняли, когда его снимают, желательно, чтобы легче было, даже обязательно. Вот эти пластмассы сперва надавить надо, вот эти, а потом снимать, чтобы легче было. Дальше, сейчас я вот это тоже сниму, и снизу находится у нас ролик. Чтобы это снять, здесь вот здесь имеется винтик. Здесь винтик надо снимать. Открутить. И здесь семечка. Открутили.
Сейчас вам надо его снять. Вот это снял. Сейчас снимем его, поменяем. Его снять, поменять. Наверное, не так уж тяжело будет. Вот пружину снимаем. Все, вот. Немножко тяжеловато. А, вот, видите, я же говорила, она должна в одном направлении крутиться вот так. Она как в одном, так и в обратном уже крутится. Уже ролик полностью испорченный. Сейчас я возьму вот этот новый, установлю сюда. Чуть-чуть снимать тяжеловато было, но ничего. Самое главное, что мы его сняли. Так, берем. Тот же самый процесс устанавливаем. Так, ставим сюда. Все, мы уже толкнули. И ставим новую пружину. Здесь цепляется. И сюда цепляется. Все. Верхний ролик захвата бумаги. Вот это у нас. Здесь вот у меня новый есть. Этот тоже еще рабочий. Я не хочу его менять, пока он свой, родной, заводской. Устанавливаем на место. Увеличенный вид сделаем. Вот белая шестеренка должна заходить сюда, и она должна сидеть вот с черной шестеренкой вместе, цепляться должны. А черная шестеренка вот этой пластмассе. Когда вытаскиваем вот этот пластмасс, сюда выдвигаем аккуратно сюда и вытаскиваем. Когда вставляем, тоже его сюда выдвигаем, вставляем. Там чуть тяжеловато, но чуть постараться надо. Дальше вот бинты закрутим и проверим. Этот установил. Сейчас эту пластмассу поставим. На место. Закрутим сверху. Вот. Винтик. Винтик тоже закрутили. Пластмассу установили, и все. Осталось крышку поставить. Крышку тоже поставили. Сейчас закрутим свои винтики.
Все собрали уже. Будет работать уже нормально. Ролики заменили. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайки. Всего доброго. До свидания.